друзья, уважаемые подписчики, это программа «Вопреки». Додумываете дальше сами, вопреки чему. И, как обычно, у нас не просто лучшие врачи, а у нас самые интересные люди. Мне везет, я их вытаскиваю со всех уголков не только нашей Родины, но и, в принципе, нашего большого шарика, потому что они настолько востребованы, что все хотят их увидеть. Глазков Юрий Константинович сегодня у нас в студии, замечательный, великолепный травматолог, который создал свою команду, свою клинику, и, на самом деле, очень много рассказывает не просто про травматологию, а про нормальные здоровые привычки, которые нам помогают сохранить наши суставы. Юрий Константинович, мы знакомы давно, будем просто без всяких Константин Павлович и Юрий Константинович. Юрий, Константин, я согласен. Тебе очень рад, спасибо тебе большое, что ты нашел время. Только что, я знаю, что вернулся из Шерегеша, вот, да. Сам катался, поэтому первый вопрос. Суставы не убил? Нет, все хорошо, мы готовились к этой поездке, но я точно. И последние годы я ощущаю, насколько лучше и проще кататься, насколько лучше ты это переносишь, если ты до этого занимаешься нормальными силовыми нагрузками. Готовишь ноги, готовишь сердце, и проблем нет никаких. Скажи, пожалуйста, вот с точки зрения того, ты оперируешь постоянно много, в целом вообще травматология для обывателей, для пациентов за последние там, 10-15 лет, она сильно изменилась? Ну, 10-15 лет, если мы берем нашу страну, я думаю, что не очень. Прорыв был лет 25-30 назад, когда очень большие европейские, американские техники, технологии, методики пришли в нашу страну, и это был действительно взрыв. То есть если раньше, ну, в большинстве случаев, допустим, такой диагноз, как перелом шейки бедра у пожилого человека, ну, это был практически приговор, то сейчас ставится протез буквально на первые-вторые сутки. Есть возможность, во всяком случае, в московских клиниках это сделать, тем более, то есть не тем более, а даже по полису обязательного медицинского страхования. И человек через 2 дня уже стоит на своих ногах, то есть нет ни гипостатических осложнений, нет ни пролежней, ни пневмонии, ни твоих уже осложнений сердечно-сосудистых. Все. Это прорыв. Ну, конечно, этому прорыву уже много лет, но я это застал, наверное, в начале своей практики, то есть где-то это, ну, прямо с института. В институте я уже начал активно в той среде, в которой я сейчас, скажем так, крутиться, подсматривать, работать. И тогда это был эксклюзив, то есть это конец 90-х. Сейчас, конец 90-х. Сейчас это на потоке. Сейчас это рутина на потоке. Ну, не сказать, что ординаторы это делают, но уже молодые врачи владеют этими методиками, нет проблем. А пришли импланты, пришли фиксаторы, то есть то, чем скрепляют кости, то, чем мы восстанавливаем связки, то, чем мы пришиваем сухожилия. Этого ничего не было. То есть проблема перелома, она намного проще и меньше в плане сращения. То есть кость должна срастись с костью, нежели чем проблема отрыва связки. Прирастить связку к кости намного сложнее. И есть специальные импланты, теперь они появились, ну как теперь, давно они уже появились, там последние лет 20-25 прям развиваются. Меняются немножко методики, меняются компоненты, из чего состоят. То есть, там, условно, ну, утрирую немножко, но была стальная пуговица, сейчас она титановая. Была нитка простая, сейчас это филаментная нитка, часть ее рассасывается, часть не рассасывается, обеспечивает постоянную прочность, ну, космос. Опять же, мы будем сегодня говорить о лечении хряща. Да. Очень серьезно пришли к нам клеточные технологии. Прямо сейчас это бум. По поводу клеточных технологий, регенерации и так далее, мы с тобой чуть-чуть попозже вернемся к этому. Это одна из самых важных тем, потому что очень много как раз профанации на этот счет. Согласен. Но вот с точки зрения... Слушай, я знаешь, что сразу вспомнил, честно говоря? Вот когда даже в институте еще учились, тогда вот пугали коронаморис, как раз то, что некий анастомоз, который отрывается, и сразу у нас, значит, кровотечение при как раз переломе шейки бедра. Вот. И вот я вот сейчас подумал, но сейчас же это правда стало рядовой операцией, в принципе. Абсолютно. И совершенно по-другому люди относятся, наверное, стали относиться, во всяком случае. Потому что раньше, я вот вспоминаю, лет 10 назад, такая боязнь была вот идти на эти операции. 10 лет назад! 10 лет назад! Именно об этом я и говорю. Вот. То есть, а психология сейчас немножечко все-таки стала меняться. Абсолютно. С точки зрения, давай поговорим, малоинвазивной хирургии, потому что ты это делаешь постоянно, я на это с удовольствием смотрю. Малоинвазивная хирургия есть, разумеется, и в кардиологии, безусловно. Но вот как пришли эти технологии? Вообще откуда они появились, вот эти малоинвазивные хирургические методы в травматологии? Потому что сейчас, ну, ими пользуется огромное количество людей. В России это, опять же, последние, ну, наверное, 30 лет.
родоначальником в России, наверное, все-таки надо назвать ЦТО, Центральный институт травматологии и ортопедии. Потом это захватило всю страну, но, опять же, когда я этому учился, это было, ну, наверное, на пальцах двух рук можно было пересчитать топовых хирургов, которые владели хорошо этой методикой. И даже сейчас известнейшие наши хирурги, известнейшие профессора, тогда я еще застал их, ну, некую, наверное, кривое обучение и понимание того, что тогда меньше было возможностей хватать информацию. То есть для того, чтобы что-то узнать, по большому счету, нужно было куда-то уехать. А тогда мы с тобой ровесники плюс-минус, и ты помнишь, что такое начало 2000-х, что такое доллар, что такое евро. Тогда он, кстати, только появился, если я не ошибаюсь. И да, поехать куда-то в Европу, это было достаточно дорого. У меня первая поездка была в 2008 году. Я получил грант Европейского общества хирургии коленного сустава артроскопии, ЕСКО, и уехал в Австрию. Я в 11-м, да. И уехал в Австрию на месяц, и это вот для меня это был взрыв моего мозга. Это была моя, в принципе, первая поездка в сознательном возрасте за границу. До этого было детство спортивное, и ездили. Мне повезло, я получил много для этого сделал, но тем не менее получил этот грант. А людям найти где-то 2000 долларов по тем временам, когда, ты помнишь, зарплата была 100 долларов. Да. И да. Что, откуда это взять? Но, тем не менее, мы находили эти деньги, мы ездили. И наши учителя как раз оттуда привозили по крупицам эту информацию. И спасибо им большое, они делились тогда абсолютно бескорыстно с молодыми специалистами. И сейчас мы имеем, ну, я уверен и могу это прямо открыто сказать, что наша артроскопическая хирургия, то есть то, чем я занимаюсь, это артроскопия суставов, она практически ничем не уступает мировым каким-то аналогам. То есть наши хирурги по уровню своего образования, по уровню своих скиллов, они в топе, в очень хорошем топе на мировом уровне. Есть технологии, которые, в принципе, нам здесь недоступны, к сожалению. В связи с событиями в стране, раз. До этого тоже с этим были проблемы. В Европе, может быть, лучше, ну не лучше, а больше возможностей в плане регенерации хряща. Есть материал аллотрансплантаты, то есть от мертвых людей то, что мы берем и пересаживаем в живых. У нас это есть, но не настолько развито, потому что очень большая проблема в плане документов, в плане разрешений, в плане допуска. Там с этим тоже тяжело, и, как правило, весь мир, ну, практически весь мир, использует американские ткани. Обработанные, подготовленные. И надо сказать, что даже мы сейчас, вот, кстати, как еще мы учимся? Почему это стало проще, почему лучше? Сейчас много очень курсов кадаверных у нас. То есть, когда доктор изучает хирургию, оттачивает свои навыки на мертвом препарате, на мертвом человеке. Я увидел это в 2010 году в Страсбургском университете. Да, ты об этом писал. Я хочу сказать, мне было это очень любопытно. Да. Шикарная лаборатория. Тогда вот мы как раз с моими коллегами, с моими друзьями близкими туда поехали. Мы, конечно, широко открытыми глазами на это все смотрели. Но сейчас, я это вслух говорю, то, что есть в России, не хуже, а по доступности обучения лучше и, наверное, даже где-то, ну, это тоже важно, дешевле, нежели чем там. При всех абсолютно равных показателях, которые существуют. Это качество материала, это американские биоблоки, это качество инструментов, ну, как правило, это европейские производители, это качество имплантов, это также европейские производители. То есть у хирурга, у молодого хирурга есть возможность сейчас прочитать книгу, посмотреть видео, прийти в кадаверную лабораторию, отточить тот или иной навык и потом его попробовать воспроизвести. Ну, конечно, я считаю, что за спиной как минимум должен стоять старший товарищ, воспроизвести его на живом человеке. То есть, понимаешь, у нас было по-другому. Живой человек, опа, погнали. Да. И все. Хорошо, если тебе еще повезет с наставником в этой ситуации. Да. Потому что это принципиальный момент. Но, слушай, по поводу наставничества, я не могу это не сказать, потому что вы большой командой сейчас этим занимаетесь, и я с удовольствием за этим наблюдаю, потому что, знаешь, что для меня было важно? Что когда мы имплементируем определенные вещи зарубежные, чтобы вот наше уже поколение могло обучать более молодых коллег, чтобы мы тоже могли все делать. И вы это сейчас этим и занимаетесь как раз, я это вижу. И так и должно быть, на мой взгляд, абсолютно. Да. Слушай, давай в отношении артроскопии все-таки поговорим. Не все знают, что это за методика. С суставами, на самом деле, огромная проблема. Я тебе более того хочу сказать, что не понаслышке и у меня есть проблемы, потому что из профессионального тенниса с суставами, но это плечевой сустав, наиболее сложный, пожалуй.
частая самая проблема все-таки это коленки. Мне это дико важно, и, как и большинству людей, узнать, что с этим можно сделать. У меня были проблемы с коленным суставом у супруги, как профессиональная гимнастка. У меня два парня моих, они футболисты. Угу. Вот. И для многих, ты знаешь, это целая трагедия становится. Вот проблема с суставом, там, я буду простым языком сегодня говорить, с мениском, со связками. Что с этим можно сейчас делать? И главное, что все думают, что это сразу громадная какая-то операция. Ну, зависит от проблем, которые внутри в суставе имеют место быть. Сустав. Давай основные какие-то проблемы озвучим. Давай, да, так, сустав. Да. Основное, что вот я как хирург вижу в суставе. Я вижу в суставе, первое, это суставной хрящ. Второе, это мениски. Мениски – это прослойки, прокладки между двумя косточками, которые амортизируют, которые стабилизируют наш сустав, основные функции. Третье – это связки. Связки – основные, передняя крестообразная, задняя крестообразная, внутренняя боковая, наружная боковая. Есть большое количество еще образований, с которыми мы часто имеем дело в операционной, но тем не менее вот эта тройка, я думаю, что в любой клинике мира это топ-3 тех проблем, с которыми встречается хирург в операционной. Большинство операций, подавляющее большинство, делается через небольшие проколы, то есть буквально по 0,5 сантиметра каждый, 11-й скальпель, разрезал, ввел туда камеру, угу. осмотрел сустав, и на экране монитора, вот приблизительно как, наверное, здесь мониторы, мы видим сустав внутри. Он раздувается жидкостью, и в целом все его структуры, даже то, что ты до этого не предполагал, ты видишь на экране монитора. Есть специальный инструмент, который позволяет нам работать в крайне-крайне узком пространстве, маленьком пространстве. Это позволяет сделать некие процедуры на хряще, это позволяет устранить повреждение мениска, это позволяет зашить мениск, либо отрезать часть мениска, это позволяет восстановить связки. В целом, очень хорошая малоинвазивная процедура, и самое хорошее в этом – это быстрая реабилитация пациента. Есть, конечно, ситуации тяжелые травмы, когда реабилитация может и до полугода растянуться, но глобально операция на мениске очень много пациентов боится. Да, говорю, ну почему да. ты не пришел? У тебя мениск разрушил весь сустав. Почему ты не пришел 5 лет назад? Вот я сегодня оперировал пациента, у него травма была в 2019 году. Разрыв передней крестообразной связки. Футбол. Закончил футбол, прибавил 20 килограмм. Я говорю, почему? Он говорит, я боялся. То есть он знал о своей проблеме? Ну, конечно. И по итогу 5 лет прошло, появились еще дополнительные проблемы в колене. Ну, и он оказался здесь. То есть вот это вот оттягивание, оно к добру не доводит. Я чем больше практикую как хирург, тем я более агрессивен в плане выбора хирургической техники при, например, разрыве передней крестообразной связки. Если раньше мы, вот, реабилитологи, говорят, ну да мы восстановим, он будет заниматься. Там, Эдуард Николаевич Безуглов, у него есть прям, можно ли играть в футбол без передней крестообразной связки? На элитном уровне нельзя. На таком любительском можно пробовать, но вероятность того, что этот человек, который порвал связку и вышел на футбольное поле, порвет себе еще мениск, что-то изменит травматически в структуре хряща, это вероятность, ну, практически 80%. Ну, представляешь, 80 из 10, ну, да, попадает. Да. Сделай сразу лучшие результаты реконструкции связок, восстановления стабильности сустава. На что жалуются пациенты с разорванными связками? Давай прямо вот такой ликбез. Да. Что, очень на что жалуются? Да. Колено нестабильно. Не могу доверять колено. А что значит оно нестабильно? Оно из стороны в сторону слушай шатается. Да, колено да. нестабильно. Не могу доверять колено. Колено подкашивается. Падаю ни с того, ни с сего. Что-то происходит в колене, я на полу. Нога остается одна часть на месте, вторая часть убежала. То есть вот что-то, что ну, человек понимает, что так быть не должно. А хрустит? Ну и черт с ним. Если хрустит и не болит, то это один из, знаешь, таких главных uh-huh, вопросов. Uh-huh. Если это не хруст вот такого, знаешь, вот чего-то прям стало на место, ты почувствовал, так себя ведет мениск, то беспокоиться не надо. Хруст, как правило, это хруст переднего отдела коленного сустава. Вот. И договорю тему, что если сделать восстановление передней крестообразной связки тогда, когда она порвана, изолирована, по данным литературы, лучшие результаты в дальнейшем ожидают пациента. Если у него имеется повреждение суставного хряща, если у него имеется повреждение мениска, результаты будут хуже. Слушай, ну смотри, какая история. Ты оперируешь, ну это не секрет, многих достаточно известных спортсменов,
И вот если мы уже говорим про футбол в частности, да, ведь не до конца все понимают, разные виды связок существуют. Опять же, откуда мы эти связки берем, и в чем разница, когда это искусственная связка, и когда она нужна, и когда это своя связка, например? Ну, искусственными связками большинство хирургов, подавляющее большинство хирургов в своей практике не пользуются. Достаточно ограниченные потребности для этого вида хирургии. Мы используем собственные ткани пациента. Откуда чего? Расскажи, пожалуйста. Как правило, это область коленного сустава, либо область голеностопного сустава. Если взять статистику по миру, то для восстановления передней крестообразной связки, наверное, 80% плюс-минус связок восстанавливаются из одного либо двух сухожилий, забранных из подколенной области. Это хамстринг группа мышц. Угу. Как правило, это сухожилия подколенные и сухожилия полусухожильные и нежные мышцы. В России мега популярны сейчас сухожилие длинной малоберцовой мышцы. Забирается оно с голени, около латеральной лодыжки делается надрез. Очень быстро, там 2 минуты оно забрано, уже ассистент готовит сухожилие. В мире пока к нему относятся очень так... Скептически? Не скептически, нет? Настороженно. Настороженно, потому что ждут данных литературы, особенно на влияние... на функцию голеностопного сустава. А хирурги, которые занимаются голеностопным суставом, крайне негативно относятся к тому, что ортопеды, занимающиеся коленным суставом, забирают оттуда сухожилие. Но глобально это хорошее, мощное сухожилие, которое обеспечивает при правильной постановке хорошую функцию, хорошую стабильность для коленного сустава. Я рутинно не использую это, я рутинно использую сухожилие подколенных сгибателей. Смотрим, ждем. Что делают профессиональным футболистам? Профессиональным футболистам, дабы не ослаблять заднюю группу мышц бедра, которая очень важна при стартовой рывке, берут из переднего отдела, это трансплантат BTB, так называемый, bone tendon bone, два кусочка кости, один с надколенника, второй с бугристости большеберцовой кости, между ними связка надколенника, хороший, мощный трансплантат. До, наверное, 2000-х, даже середины 2000-х, во всем мире это был золотой стандарт. Потом появились новые импланты, появились новые фиксаторы, и появились мягкотканные трансплантаты, изобрели эту методику, придумали, скажем так, эту методику. Она активно продвигалась, в том числе и фирмы, которые производят эти импланты. На данный момент это, действительно, если посмотреть Европу, наиболее часто используемый трансплантат. В Америке, в принципе, очень много аллотрансплантатов, очень много. Но либо задняя группа, либо BTB, в России плюс еще хорошее мощное сухожилие, оно около 20, в среднем около 25 сантиметров, которое складывается в несколько раз и вводится через подготовленные специально площадки в коленный сустав. Скажи мне, пожалуйста, существует такое мнение, что если брать искусственную связку, то восстановление будет быстрее? Это так. Почему? Потому что нет болезни донорского места, откуда мы забираем трансплантат, раз, и по большому счету там приживаться нечему. Но искусственная связка, это, как и любой механизм, он имеет некий срок службы. Потому что искусственная связка, она состоит из, разные есть связки, 90-120 волокон, то есть это переплетенные между собой волокна. И вот представляешь, когда в определенный момент они начинают подрываться, и, к сожалению, на ревизиях после этих операций Мы хорошего мы точно ничего не видим. Это первое. Второе, это, too tight. Угу. Слишком плотно, слишком нерастягиваемо для сустава. Что тоже не есть хорошо. В Китае есть большое наблюдение, которое говорит о том, что постановка такой связки, она слишком жестко прижимает суставные поверхности, она не имеет тенденцию к растягиванию и приводит к развитию артроза коленного сустава, либо усугубляет его намного быстрее, нежели чем использование своих аутотрансплантатов. Слушай, а зачем тогда она используется? Я правильно понимаю, поправь меня, что это зачастую это есть в профессиональном спорте такое, насколько я слышал как раз, что футболисту надо быстро выйти, быстро... Нет, неправда? То есть, по сути, все-таки лучше использовать свои связки? 100%, если с ними нет проблем. Бывают ситуации, что неоткуда взять. Все забрали. Тогда да. Я думаю, не скажу неправду, наверное, 99% футболистов элитного уровня, вне зависимости от того, где они оперируются, они получают BTB, то есть bone tendon bone, трансплантат, восстанавливается около полугода, все это знают.
Есть фантастические восстановления там, за 2-3 месяца, но биологию ее не обманешь. Она тоже работает в плане восстановления пациента. Слушай, ну и чтобы перейти к, наверное, самой насущной и самой важной теме, одной из самых важных тем, я хотел бы все-таки с тобой поговорить про реабилитацию, потому что направление для нас, прямо скажем, достаточно молодое, реабилитация, хотя она во всем мире существует уже очень долгие годы, десятилетия, но для нас это относительно молодая история. Долгая ли реабилитация и какая это реабилитация? Почему вот эти ортезы какие, нужны, не нужны, потому что тоже очень многие сомневаются. Что делает врач-реабилитолог? Потому что многие, знаешь, считают, что да, дескать, вообще он ничем не занимается, мы там просто по дорожке ходим, это в лучшем случае что и происходит. Так ли это на самом деле или нет? Реабилитация – это краеугольный камень в целом восстановления пациента после наших вмешательств. Как мы говорим, реабилитолог – это тот человек, который занимается с пациентом вместо, до и после хирургии. Очень часто, но это больше касаемо плечевого сустава, реабилитолог вытаскивает случаи, которые, ну, в целом по-хорошему надо было бы и оперировать. А для коленного сустава я радею за предоперационную реабилитацию. Я настаиваю у наших пациентов, если есть такая возможность, чтобы они приходили до операции на одно занятие, дабы понять, какие принципы их ждут, когда они, допустим, после восстановления связок будут первые 2 недели маломобильные. Москва – большой город. Угу. Вот в маленьких городах, в Европе, в маленьких городах это намного проще. Человек сел 5 минут, и он уже там, где должна быть реабилитация. У нас час, ну, я не представляю, чтобы я ехал к очень хорошему реабилитологу с северо-востока Москвы, допустим, на юго-запад, 3-4 раза в неделю после только что выполненной операции на передней крестообразной связке. Мне неделю-две лучше этим заниматься и проще дома, понимая, как это работает. Начало – это изометрическая нагрузка, то есть это включение мышц, которые окружают коленный сустав. Все думают, ну, надо закачать вот это, и все. Это не так. Агонист передней крестообразной связки – это задняя группа мышц бедра. Агонист задней крестообразной связки – это передняя группа мышц бедра. То есть накачать квадру, и все будет хорошо – это не так. Реабилитологи рассказывают, как это делать безопасно, прежде всего. Мы даем свои рекомендации. И на 2 недели пациент у нас уходит. Это не профессиональные спортсмены, это даже не вот такие вот прям крутые любители. Это я, это ты. То есть человек, который спортом не зарабатывает деньги, но по роду того, что в целом мы социально очень ответственны перед нашей жизнью, перед семьей, перед работой, перед пациентами, нам нужно тоже реабилитироваться достаточно быстро. И максимально, сколько у нас есть времени, я думаю, что это около месяца, потому что потом рутина тебя захватывает, и вот этот месяц, он должен быть очень-очень эффективный. Ты должен под контролем человека, который понимает, а не хирурга, этим заниматься. И сейчас, к счастью, есть эти возможности. Они есть, опять же, как на уровне обязательного медицинского страхования, как на уровне ДМС, как на уровне, как дурацкое слово, я очень сильно ненавижу, хозрасчетных пациентов. Вот это вот, я не знаю, откуда это взялось. Оттуда, да. Вот, то есть, ну, людей, которые готовы сами оплачивать свое лечение, и никто не брошен. То есть, кто скажет сейчас, что, ой, да это дорого, господи, у тебя есть зеленая карточка, пожалуйста, иди. Она да, это сейчас, абсолютная да? правда. И в целом, в любой, знаешь, вот мне в соцсетях очень часто прилетает, да вы там у себя в Москве. Я говорю, простите, а вы где живете? Там, в Чебоксарах. Я говорю, вы знаете, что у вас один из самых хороших и известных в России федеральных центров травматологии и ортопедии? Где? Ну, то есть вот до такого доходит. Или когда ко мне люди приезжают из тех же Чебоксар, я говорю, простите, ну... А зачем? Почему? Да. Там, мы не можем туда даже за свои деньги попасть. Почему? Потому что квоты, очередь, и практически, когда, ну, ты понимаешь, когда вот это вот, как есть у нас такое слово, квотопедия начинается, и гонка, особенно предновогодняя, закрывают все другие каналы госпитализации, ну, и людям надо искать. Вот, поэтому реабилитолог, и мы сейчас говорим пациентам, и мы, и реабилитологи, что 50% успеха – это хирургия, 50% успеха – это реабилитация, и никак иначе. Раньше этого не было. То есть раньше это было только в профессиональном спорте, либо, ну, когда человек безумно мотивирован на то, чтобы восстановиться. Здесь простой пример, опять же, он некорректный. Абсолютно. Но я думаю, что многие коллеги, которые посмотрят это, да и ты тоже, они вспомнят у себя такой пример. Я работал в ведомственной клинике достаточно длительное время. Это была больница РЖД. И вот у меня в одной палате лежало 2 пациента. Один пациент, которому его лечение оплачивала Российская железная дорога.
Второй пациент, который оплачивал это лечение за свой счет. И ты не представляешь, насколько, это не 100%, понятно, да, но тем не менее, это было прям вот этим пахло. Насколько более халатно, более наплевательски люди, которые не платят деньги за свое лечение, относятся к тому, что они делают. Понимаешь, это, ну, наверное, вот в твоей сфере это можно вот тянешь ты, тянешь пациента, тянешь, ну, по итогу, не дай бог, там, ампутировали ногу, да? И через час после операции ты видишь его курящим внизу. Ты знаешь, в моей сфере я тебе по-другому скажу. С точки зрения кардиологии это вообще для меня чудовищная проблема. Если не брать сейчас терапию и так далее, я тебе поделюсь. Потому что все то, что ты расскажешь, именно так-то и происходит. Особенно лучше стало. Все, через 3 месяца забросили все препараты и так далее. И главное, ты знаешь, ты ведь действительно очень прав. Я могу это сравнить с диетологией. Не с кардиологией, а с диетологией. Вот когда пациент понимает, хотя это тоже, я очень аккуратно отношусь к диетологии, постоянно об этом говорю, то, что во многом, на самом деле, это не такая уж и крутая профессия. Надо быть эндокринологом блестящим, а потом уже можно диетологом быть, например. Не так уж это все и сложно. Но когда тебе пациент как диетологу заплатил, и заплатил серьезно, и ты его ведешь, он будет что-то делать. А если нет, и ты его будешь тыркать, мыркать, с утра ему напоминать, вечером там, условно говоря, скинь, сколько ты прошел, не будет он этого делать. Все как правильно. Только он заплатил, знаешь, это простая история с обучением языкам. Как только ты начинаешь платить, ты начинаешь язык учить. То есть это человек, который понимает, что он более мотивирован. Вот прям более мотивирован. Но при этом, при всем, я хочу сказать, что Юрий Константинович с самого начала в программе сказал, у нас действительно в рамках ОМС делается максимально много. Это абсолютная правда в клиниках. И в клинике, где я работаю, с одним из твоих друзей, между прочим, замечательный, великолепный тоже травматолог. И это возможно. Просто если есть у вас возможность, в том числе и потом реабилитацию, то это надо делать, верно? Обязательно. Нет, реабилитация, она тоже возможна. Возьми институт курортологии, уже он называется. Не-не-не, и мы делаем, и у нас есть реабилитация, конечно. То есть проблем никаких. Главное пациенту об этом знать. И главное от хирурга, самое главное, это доносить до пациента о том, что на операционном столе и выдаче выписки на руки не заканчивается история. То есть дальше это все только начинается. Юр, я у тебя две вещи увидел, которые, конечно, меня насторожили. И я понял, что что-то стало сильно меняться. Первое, на что я обратил внимание, ты абсолютно, на мой взгляд, справедливо говоришь о том, что надо смотреть МРТ. Вот я постоянно вижу, ты отсматриваешь сам все снимки. Откуда это появилось, что ты решил на этом акцентировать внимание, что ты снимки смотришь сам? Почему? Как знаешь, для меня дикий вопрос, а как может быть по-другому? Я понимаю, но, видимо, давай, то есть, так. Да. Я очень просто тебе объясню на твоем языке. Приходит к тебе пациент и приносит к тебе пленку. Ну, как это у вас называется, МРТ. Ты сейчас не для врача, ты для пациента это должен пояснить. Для пациента, вот я говорю, приносит, и там написано, что синусовый ритм 66, точка. Ты читаешь, закрываешь и говоришь, у вас все хорошо, идите. Такое возможно? Нет, для меня нет, но так это происходит. Вот, об этом и речь. Для меня это тоже дикость, потому что на этой пленке тот человек, который описывает, он мог... Ну, да все что угодно могло произойти. Понимаешь, человек с инфарктом к тебе пришел, а ты сказал, ну, у вас все хорошо, вот стаканчик водички выпейте, наверное, из-за этого вам плохо. У нас то же самое. То есть, когда я прям, меня очень сильно, то есть, ко мне очень сильно прилетает за это. Прилетает от врачей, которые описывают МРТ, прилетает от коллег. Вот со всех сторон. Но я уверен, то, что если это будет полезно хоть одному человеку, и это спасет его либо от ненужной операции, либо, наоборот, позволит сделать ту операцию, которую нужно, об этом нужно говорить вслух. Потому что очень много говорят, что зачем вы выносите ссор из избы. Какой, черт побери, ссор? И из какой избы, простите? У меня изба – это моя клиника. И я, ну, честно, я просто ну, я не могу представить, как не посмотреть диск МРТ, а просто прочитать заключение. И, к сожалению... Ну, сейчас ситуация меняется, но, тем не менее, люди, которые не занимаются вот прицельно лечением, допустим, вот у меня колено, плечо. То есть это то, в чем я понимаю, то, что я оперирую, и то, что я считаю, я должен знать, ну, там, лучше, чем, допустим, при всем уважении травматолог-ортопед, сидящий в травмопункте, оказывающий намного более, наверное, такую... серьезную помощь, то есть это действительно там битые головы, отрезанные пальцы, ну, то есть все, раны, переломы.
Не, ну ты выбрал свою область, в которой ты должен быть вот. Лучший. А когда человек, коллега, охватывает все, ну он физически, ему очень сложно понимать, что на этом диске. Понимаешь? И, конечно, проще посмотреть, ведь, ну у вас ничего плохого. Либо, сказать, ну, вам надо операцию делать. Но когда я смотрю диск, и мои коллеги, которых я научил, они смотрят диск, они понимают, как вот эти изменения, которые мы видим на экране монитора, будут выглядеть на другом мониторе, в операционной. И в зависимости от этого принимается решение, нужна человеку хирургия или не нужна. Не принимается по написанному. Написанное у меня, опять же, ну, говорить можно, есть ролик, который набрал 4 с чем-то миллиона просмотров, безумное количество комментариев. Ролик очень простой. Почему он был сделан? Передо мной сидела девочка, молодая девочка на приеме. Сидела и плакала. 20-летняя. Я говорю, в чем проблема-то? Причем она не была ни такого, ни нервозного типа. Ну, просто девчонка, обычная девчонка. Говорит, ну вы не понимаете. Вот вы видите, что написано? А я еще хочу выносить ребенка, это лишний вес. А у меня же все уже, суставы нет. Ну, понимаешь, как-то смотришь сюда и смотришь сюда, ну, что-то не то. Открываем вместе диск МРТ. И я начинаю прямо вот по заключению, а там ну, достаточно много написано, ей объяснять, что вот артроза у вас нет, повреждения мениска у вас нет, там, разрыва связок у вас нет, этого у вас нет, этого у вас нет, у вас есть маленькая-маленькая киста, которая лежит между двумя связочками, и при сгибании она дает вам боль. Все. Ее надо аккуратненько дренировать, 5 минут операции, все будет хорошо. Поговорили, девочка плакать перестала, беру эту девочку в операционную, и тут что-то меня, знаешь, триггернуло. Я говорю, ну-ка несите заключение. Приносят заключение МРТ, я говорю, ну погнали, а я у нее в суставе. Угу. И мы прям вот дословно, гонартроз, изменение суставного хряща, дегенерация. Осматриваем сустав, нет. Там повреждение мениска, вот вам мениск целый. Это... нету. Это нет. Это нет. Понимаешь? И он куда-то попал вирусно. Ну, прям очень много собрал. Угу. Вот ответ. Почему нельзя вот это читать? Ну, мне по большому счету, мне-то это понятно, Юр. Мне просто хочется пояснить для наших пациентов то, что это очень важно, чтобы врач подходил к этому максимально внимательно. Потому что это действительно, это может быть не халатность. Вы должны понять, что зачастую у того же врача-рентгенолога у него настолько много работы бывает именно по описанию, что он может иногда такое даже бывает, что он написал другому пациенту с другим диагнозом. Даже такое я встречал. Теперь самое главное, самое любимое, потому что травматологи, мы сейчас еще об этом поговорим. Простите, я перебью. Давай, ты знаешь историю, как у меня пациент ходил месяц с чужим диском и пытался вылечить колено? Нет. Ну вот, наверное, такие истории как раз. Парень приходит, диагноз ясен с порога, не глядя ни МРТ, ни его. Разрыв мениска, колено заблокировано. Ситуация, которая требует ну, практически срочной хирургии. Я смотрю МРТ, ну, знаешь, вот там потаскано, здесь потерто, но в целом вот такого я не вижу. Я не понимаю, что происходит. А парень, ну, вот коленка вот такая, то есть не выпрямляется. Я уже думаю, ну, надо как-то из ситуации выходить. Понимаешь, ну, к тебе пришел человек с инфарктом, ну, ты видишь, что инфаркт, он умирает, а у него нормальное, вот что-то не то. Ну, либо ты дурак, либо вот... Ты пытаешься, ну, тебе проще, ты переснимешь пленку, увидишь, да? А здесь я смотрю, не понимаю, как из ситуации выйти. А потом присматриваюсь, простите, вам 60 лет? Он говорит, да нет, 30 там с копейками. Я говорю, вы, фамилия-то такая? Он говорит, нет. Я говорю, ну, это чужой диск. Он говорит, как? Я, говорит, прошел 5 врачей. Мне уже кололи туда одно, кололи другое, кололи третье, физиотерапию. Говорит, никто не понимает, почему не помогает лечение. Вот. Вот так вот. Вот ну, так прям вот. Байки из хлеба, да. Давай, знаешь, к чему сейчас перейдем? Я хочу пояснить то, что травматологи современные, и для меня это большое счастье, это люди, которые сейчас полноценно читают из позиции терапии, из позиции ревматологии. Почему я об этом говорю? Потому что есть очень разные заболевания, и когда травматолог работает с ревматологом, это принципиально важно. И вот то, о чем мы сейчас с тобой поговорим. На рынке бесконечное количество препаратов сейчас существует, и все, знаешь, рассказывают про чудеса, в том числе восстановление хрящевой ткани.
И, конечно, два излюбленных препарата, понимаешь, которые вот мне приходят, постоянно эта история. Глюкозамин и хондроитин. То, что вот это постоянно назначается. Я серьезно говорю, причем коллегами-травматологами. Работает эта история или нет? Работает как что? Чтобы хрящ восстановился. Во-первых, чтобы... это не препараты, это раз. Вот, биологически активные добавки. Биологически активные добавки. Это, кстати, принципиально важно, да. Ну, здесь ответ-то простой. Ну, то есть вот сейчас, в этот момент, каждый человек, может, который нас смотрит, может взять телефон, вбить хондроитин в Википедии, и там, или глюкозамин в Википедии. Там, собственно, все об этом будет написано. Прям черным по белому. Здесь с примерами научных статей и так далее. Смотри, есть реклама, есть маркетинг. Маркетинг по телевизору, я даже вот, ну, где-то сфотографировал, никуда это не пошло, но тем не менее, мазь. Как-то она называется, хондро что-то. И на рекламе счастливая пожилая пара, идущая, бегущая куда-то, и мы восстановим ваши колени. Мы вырастим вам снова новый хрящ. Вы побежите, как 20-летние. То же самое по поводу таблеток. Мы восстановим хрящ, мы восстановим хрящ, мы восстановим хрящ. Вот давай четко на раз, два, три, чтобы не говорили ревматологи, нет препаратов, которые восстанавливают хрящ. Нет уколов, которые восстанавливают хрящ. Я объясню, почему. Потому что этот спор продолжается уже лет 15. Нет спора никакого. Нет, спора никакого нет. Тем не менее, в отношении хондропротектора все-таки некий спор, я до сих пор знаю, у травматологов и ревматологов есть. Нет, никакого спора нет. Есть литература. Ты же тоже много ездишь и смотришь. И... вот мне очень запомнился некий такой разговор двух топовых, ну вот, наверное, the best of the best хирургов плечевого сустава, европейских, но это мировые топы. Один другому говорит: слушай, значит, смотри, вот то, что я говорю, это работает, потому что вот это написано, там-то, там-то, это написал я. У тебя есть вопросы? Он говорит: нет вопросов, но вот это, ты знаешь, это тоже работает. Подожди, говорит. А где ты это опубликовал? Говорит, ну вот сейчас статья выйдет. Вот, говорит, когда она выйдет, вот именно тогда это начнет работать. Пока это не работает, и здесь ты это не имеешь права говорить. Огромное количество статей, которые четко говорят, в которых черным по белому написано, какой эффект приносят хондропротекторы. Хондропротекторы, если мы берем биологическую активную добавку, это хондроитинсульфат. Уменьшение боли, объективно, оно есть при длительном курсе применения. То есть, ну, условно, через 2 месяца приема ежедневно по горсти капсул боль снизится. Надо понимать, что биодоступность этих препаратов плюс-минус около 10-15%. То есть, представляешь? Также можно открыть Википедию и посмотреть структуру. Из чего это состоит? Это достаточно большие молекулы. И вот здесь вопрос о биодоступности. Им нужно как-то попасть туда, где у нас болит. Этого не происходит. Они действуют опосредованно и приводят они к уменьшению боли, но не за счет восстановления суставного хряща, потому что это анальгетическое действие. Второе, это наряду с стало меньше болеть, сустав стал лучше двигаться. Это тоже описанный второй фактор успеха этих препаратов. Все. Говорят, что пожилым пациентам очень здорово это назначать, потому что нет нагрузки на желудочно-кишечный тракт со стороны приема противовоспалительных препаратов, которые там не имеются. Но полисахариды что делают? Они задерживают воду. Как это влияет, например, у 80-летней бабушки на уровень ее артериального давления? Ну, это понятная история, как всегда. Поднимается, разумеется. Поднимается. Вот. А она пьет, и знаешь, как это? Пьет, а лучше не становится. Почему? Плюс 30%, мы это с тобой знаем, практически у любого лечения, это плацебо. И американцы почему-то считают, что плацебо здесь работает. Ну вот готов ты платить? Нет, послушай, я не готов, я тебе более того скажу, я об этом говорю постоянно, и как раз я тебя поддерживаю абсолютно. Я тебе более того скажу, что я подчеркну, если вот эти два профессора, которые ты сказал, хороший пример, дико уважаемые, как сказал, best of the best, как угодно, время сильно изменилось.
очень сильно. Вот у нас такое тоже было. Была питерская школа и московская школа. Но нет, ребята, вот если ко мне придут, скажут, а мне сказал вот этот. Условно говоря, мне сказал это Юрий Константинович Глазков. Но я подумаю, конечно, Юрий Константинович, я его хорошо знаю, он, конечно, уважаемый доктор, но если меня что-то будет смущать, даже в словах, а может быть, возможно, это не он сказал, я тоже полезу и буду искать, начиная от клинических рекомендаций, заканчивая метаанализами большими. Это то, что мы и говорим, то, что доказательная медицина, только в хорошем смысле слова, потому что я говорю, с точки зрения доказательной медицины тоже популизма, вот так вот, люди не разбираются, что это такое. Но это модно, и все говорят, что они все доказательные врачи. А, слушай, с точки зрения регенеративной медицины, потому что ты правильно сказал вот про анальгетический эффект, это очень любопытно, там очень непростой механизм, но об этом сейчас не будем касаться, потому что он действительно, это интересно. Я видел последние исследования как раз по поводу гидролизированных форм как раз, как они проникают, как они не проникают, но тем не менее я понимаю, что ну, нельзя эту хрящевую ткань да, каким-то образом восстановить. А, давай еще такой, знаешь, какой ликбез от тебя, мне очень важно. Просто вот люди приходят, говорят, и постоянно путают остеоартрит и остеоартроз. Вот в чем разница вообще? Слушай, по большому счету разницы нет. Тут уже такая терминология. Мы пользуемся чаще всего все-таки ревматологи пользуются термином остеоартроз, либо остеоартрит. У нас гонартроз, коксартроз, омартроз, крузартроз. Ну, то есть артроз, он, как говорится, в Африке артроз. Почему остеоартроз? Потому что глобально это заболевание, ну, несколько пересмотрена классификация, и это заболевание, оно не только влияет на хрящ, не только вот на сам сустав, который мы видим, но и также вовлекается субхондральная кость, вовлекаются мягкие ткани. Но остеоартроз, то есть получается и кость вовлечена, и хрящ вовлечен, по большому счету, в структуре этого сустава. И в зависимости от этого, те же рентгенологические стадии, которые ну, часто пациенты говорят, ой, у меня второй, а вы мне говорите, у меня вторая стадия, а вы мне говорите, что третья стадия. Да какая разница, вам сустав нужно менять, а не о стадии решать. Вот, поэтому по терминологии остеоартритис. Если ты хочешь этой терминологией пользоваться, я, вот честно, ну, я не пользуюсь раз. Если это гонартроз, я пишу гонартроз, а не остеоартроз коленного сустава. Ну, ничего не меняется. Понятно. Любой человек поймет. Терминология разная, артроз, артрит. То есть артроз – это хроническое заболевание, как правило, это дегенеративное заболевание, посттравматическое, либо какое-то еще. Артрит – это острое воспаление сустава. То есть в колене не, может не быть артроза, не может быть дегенерации, но будет артрит. Как не будет деформации носовой перегородки, но будут сопли. Вот. Давай все-таки коснемся современной медицины, ну, немножко заглянем в будущее, вот по поводу все-таки регенеративной медицины. Я точно знаю, что могу от тебя это услышать. Что с этим хрящом делать вообще? Вот его нету, по сути, как его воссоздавать? Что у нас за технологии есть, но, может быть, появятся? Сейчас есть исследование, в Первом меди оно идет, мои коллеги делают. По поводу выращивания клеток хряща, выращивается, забирается хрящ у пациента, выращивается в лаборатории и отдается обратно. Такие технологии есть. В целом в мире клеточные технологии, регенеративные технологии сейчас, наверное, ну вот это такой топ, но здесь очень много подводных камней. То есть я очень часто, ты слышишь тоже, наверное, от меня, очень часто, что создается сейчас впечатление при том, что медицина, ну, к сожалению, может, не к сожалению, становится все больше и больше неким бизнесом, а у меня создается ощущение, что наличие сустава у человека является показанием для того, чтобы сделать туда какой-то укол. Неважно, что там. У него может быть боль в колене за счет того, что болит тазобедренный сустав, такое часто бывает. Давайте будем колоть гиалуроновую кислоту, давайте будем колоть плазму, давайте будем сделаем жир туда вам еще, сейчас это достаточно популярно. То есть это все очень классные методики. Они действительно рабочие, и тоже недавно мне прилетел комментарий, то, что можно взять пустую иглу, уколоть, и можно взять плазму, обогащенную тромбоцитами, и уколоть в то же место, и эффект будет тот же. Возможно, соглашусь. Но это мы говорим про мягкие ткани, это мы говорим про для того, чтобы что-то зажило, это что-то нужно пошерудить, говорят, сказать проще. То есть вызвать некое внутреннее асептическое воспаление. Это можно сделать действительно с помощью простой иглы. То есть нашпиговать, как драйнидлинг работает, например, будет лучше. Можно
немножечко усилить регенерацию, взять PRP, взять плазму, обогащенную тромбоцитами. Да, здорово. Но когда речь касается полостей, здесь есть четкие совершенно метаанализы, которые говорят о сравнивали введение PRP, гиалуроновой кислоты, угу, и физраствора. Есть исследования, которые говорят о том, что результаты плюс-минус близки, но, тем не менее, плазма на первом месте, опять же, зависит от степени дегенерации хряща. Но это PRP как раз, я правильно понимаю, да. Гиалуроновая кислота на втором месте и физраствор, ну, на третьем месте. Как ни крути, но вот возьми PubMed, возьми 10 последних исследований, рандомизированных, плацебо-контролируемые, получишь так. Слушай, вообще твое отношение к тому, что в мире все больше и больше становится полных людей, насколько это является проблемой для травматолога, ты ежедневно сам занимаешься, и вот расскажи, что необходимо делать, во-первых, чтобы хоть как-то себя контролировать, с точки зрения веса, является ли это проблемой, и почему ты так настаиваешь, что в спортзале должен быть тренер? Можно? Да. Есть книжка хорошая. Один умный человек ее написал. Скромняга. Есть книжка хорошая, да. И в этой книге есть два соавтора. Это известный тебе Сергей Обложко и Карина Юченкова. Это наш реабилитолог. И Сергей, спасибо ему большое, написал целую главу для моей книги, которая посвящена как раз проблемам веса. У нас есть подарок от Юрия Глазкова. Мы эту книгу непременно разыграем, поэтому вы обязательно следите за социальными сетями Юрия и моими. Мы эту книжку обязательно разыграем. Давай начнем. Лишний вес — это проблема? Это проблема, но это проблема не только для суставов, это проблема в целом для человека. И вот я буквально вчера где-то в разговоре сказал, что толстушки-веселушки – это здорово, но до определенного возраста. То есть в 40 – это уже беда. В 50 – катастрофа. Сустав менять нужно. Суставы, я беру коленные сейчас суставы, потому что там вот те прокладки, о которых мы говорили, это мениски, ну, они просто изнашиваются, они отрываются, и это приводит к разрушению сустава. То есть лишний вес – это проблема огромная. Что делать, как бороться? Первая – это дисциплина, и больше тут нет ничего. То есть, я тут, знаешь, как-то это, то ли рубашка какая-то такая была, тоже был у меня какой-то пост, и тоже съемки были. Мне все, да это пивное пузо! Мне так обидно стало, слушай. Ну, а там действительно так, ну, я смотрю, все, даже сам себе не понравился. Ну, да, у меня есть, но я работаю над этим. Я не убиваюсь, как ты. Вот. Неправда, неправда. Не Но, тем не менее, есть там 3 кардиотренировки в неделю, 3 силовые тренировки в неделю. У меня нет идеи, нет как бы желания иметь 8% подкожного жира. Мне это не нужно. И надо сказать, что женщинам это тоже не нужно. Нет, Но, тем не менее, поддерживать себя в определенной форме, которая мне нравится, в которой я чувствую себя комфортно, в том весе быть, в котором я чувствую себя комфортно, ну, это желание каждого. И очень многие мои пациенты говорят о том, что мы готовы сейчас делать, вот уже поимея те проблемы, которые они получили с коленными суставами, они готовы сейчас делать все для того, чтобы меняться. И действительно, молодые парни, которые были... Ребята приходят, я говорю, слушай, ну я же точно тебя знаю, я же точно тебя оперировал. Говорит, ну да, не узнаете? Я говорю, говорит, я такой-то. Я говорю, в смысле? То есть взялся за себя? А где твои 30 килограмм? Угу. Взялся? И бывают люди с ожирением, действительно. Ну, здесь уже бывают случаи, что надо подключать бариатрическую хирургию. Тоже, ну, к сожалению, ничего не помогает больше. То есть он уже и так, и так. Я вообще ничего... Ну, это же, тебе это знакома фраза от пациента. Я вообще ничего не ем. Ну, значит, надо ковырять где-то, копаться дальше. Глубже. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что, к сожалению, учитывая, что я этими пациентами занимаюсь, практически 85% этих пациентов лукавят. Это минимум. Настолько ли часто мы находим какую-то эндокринологию у них? Увы, нет. Она уже появилась, в частности, нарушение углеводного обмена, из-за того, что есть проблемы с лишним весом. И никак иначе. И вот то, что ты говоришь, это принципиально важно. Просто в последнее время наша целая плеяда врачей и так далее, мы друг друга все хорошо знаем, об этом стали говорить в открытую. Потому что раньше, знаешь, это было как-то неудобно как-то, понимаешь? Мне даже тоже писали, ой, а что это вы эту тему поднимаете? Мы как хотим, так и живем. Да ради бога, по большому счету. Но тогда и несите ответственность также. Выбор каждого, да. Абсолютно. Почему тренер в зале? Каждому человеку в зале нужен тренер. Ну, то есть как... Я не знаю, как учитель, как вот ты английский учишь, если, ну, лучше же, если ты учишь с учителем, а не самостоятельно. Ну, это же правильно. Ну, как без тренера? Ну, как? Давай смотреть YouTube, да? Ты посмотрел, вот, он авторитет, вопросов нет. Следующий ролик,
Что он там сказал, придурок, так делать не надо. Потому что, в смысле, а кто прав-то? Понятно, что нужно найти своего тренера, нужно найти своего хорошего тренера. Это так же, как найти тебя как кардиолога. Найти преподавателя и найти врача. Вопросов никаких. Мы же специально не ищем плохих врачей, мы специально не ищем плохих учителей. И также не надо специально искать плохих тренеров. Ищите хороших. Юр, я свои социальные сети начинал с хэштега «Я везде и всюду». Ты тоже уже многое что посмотрел, и по работе, и не по работе, поскольку у нас программа еще и про интересных людей. Три самых любимых места в Москве, вот чисто визуально, которые ты любишь больше всего, и три любимых места в мире. Москва – это ботанический сад. Раз. Ботанический, Останкинский парк, вот до, все, что до ВДНХ, хотя сейчас ВДНХ шикарно. Второе – это район Трубной площади. Это для меня это место силы в Москве. Вот прям место силы. Это мои любимые сундуны, это очень много хороших ресторанов, это рынок, это вот такая Москва, если немножечко уйти туда по Неглинной, та Москва, которую я люблю. Три места в мире. Ну, наверное, в которых я был. Наверное, первое – это французские Альпы. Из городов. Знаешь, из городов, чем больше я ездил, чем Мюнхен. Чем больше я видел, тем больше я понимаю, что самое лучшее место в мире – это Москва. Для жизни. Для жизни. С поправкой на то, что… И четвертое можно? Да, давай. Четвертое можно? Самое крутое путешествие, которое у нас было с супругой, вот за все-все-все года, это был Прованс. Принято. Ну и теперь, Юр, вредные советы от Юрия Глазкова. Юрий Константинович, что нужно сделать, чтобы максимально быстро убить свои суставы? Первое. Так. Это лишний вес. То есть не следить за своим весом, это верный шаг к тому, что... Может быть, не сразу, но со временем будут проблемы с суставами. Раз. Второе. Это профессиональный спорт. Профессиональный спорт, который в большей степени связан, ну, если мы говорим о... Да, неважно о чем. Плечи, колени. Плечи, пожалуйста, тебе в волейбол. Пожалуйста, тебе теннис твой же. Колени. На первом месте у нас в стране это футбол. На мировая практика это футбол и регби. Они делят аккурат. Ну, мы не берем Америку. Америка, опять же, профессиональный спорт. Бейсбол номер один по проблемам плечевого сустава. Это номер два. И третье – это не слушать себя, не слушать те знаки, которые подают нам наши суставы, подает нам наш организм, и думать, что если колено болит полгода, и оно, наверное, завтра должно пройти, но, черт побери, почему-то не проходит, а у меня очень много дел, я очень занятой, и, к сожалению, моя ассистентка или мой секретарь не может сходить вместо меня к доктору, и ладно, черт бы с ними – вот это вот третья глобальная проблема. Первое – вес. Второе – агрессивные нагрузки на суставы. Третье – это не слушать себя и не слушать те звоночки, которые организм нам дает и говорит, ну, дурак, полечи меня. Это был Юрий Константинович Глазков. Спасибо, дорогой. Спасибо тебе. Спасибо.